Загадка не одна из самых, одна не из самых сложных, я вам скажу, дорогие друзья. Тылочка, свечка. Локация пройдена, как нам написано сейчас. Так, свечки. Свечки мы видели где? Гробница, да, дорогие друзья, вы правы. Так, еще у нас три камня. Пойдем в дом Харпера. Еще одна какая-то загадка. Раз. Немножко бывает. Не самая сложная загадка, но отвлекаться не лучшее дело. Алмаз. Одного из братьев. Подождите, книга ордена. Награды. Книга ордена. Ну, тут вот история интересная. Теперь я догадываюсь, зачем нам нужны жёлоды. Белка забрала часть щита. Умная белка. Телекинез, мы заработали. We now have the blessing of Radomir Abelik. We are progressing, but the road is still long before we face the Queen of Vampires. What's the next destination? We return to Venice, according to the Book of Order. Alessandro Massini, the third knight of the Order of the Dragon, was the Queen's plans were clear. She wanted to change the human world and to rule it. She was afraid that my return would thwart her plans and used my only weakness, Mina. Time was against us, against me, against my beloved. Господи, давай быстрее с этими титрами. Тут история становится все интереснее и интереснее, дорогие мои друзья. И
подписчики, друзья и те, кто просматривают, кому интересно. Alessandro Massini, the third knight of the dragon, was killed here in Venice, in a jail in the Duchess Palace. What was his crime? A political crime, a difference in opinion with the representatives of your beloved church. We cannot enter the palace. You're right. Most of my powers are too weak to overcome the physical barriers that protect this place. There is always a way to get somewhere. Igor knows, and the villagers too. Сейчас поищем что-то в этом. Бутылка. Бутылка. Еще две бутылки нужно найти, мои друзья хорошие. И господа, тоже просматривающие это видео. Как бомжи ищем бутылки. О, алмаз, да ну нафиг, бутылка важнее. Я что, ошибся? Еще одна бутылка, значит, осталась. И где она? Так, дорогая, где ты, бутылка? Это колокольчик, похоже. Так, где бутылка? Ой. Так не хочется просить Игоря помогать нам. Я знаю, что где-то бутылка здесь. Будет обидно, если она на самом видящемся месте. Мы ее не видим. Did you observe the wall? It seems fragile. Yes, Italian architects cannot be compared to those of the British crown. Кажется, что что-то здесь недалеко есть. Никогда бы не додумался, кстати. Еще одна монета. Часть скелета, монета, бутылка крови. Эй,
Так, что здесь? Помощь. Пустите все фигуры. А я чисто на шару нажимал, я вам честно говорю. Камень дракона. The hand of the statue was opened. Everything suggests that he surrendered his weapon to the legionnaires. I have a sword that would be perfect for this in my office in London. The office of the charlatan is much nicer now. My office, my research, my work, my trophies. Don't waste your words, Van Helsing. Evil spreads quickly. We do not have time to cry about the past. Well done, cry baby. Luckily, the sword has not yet been affected by the corruption. Еще кнопка. Ну, господи. Еще интереснее. Честно, я играю в первый раз, и я просто логически пытаюсь думать. Что совсем для меня не предназначено. Не пошло. Вроде бы я прошел все правильно, давайте подумаем, дорогие друзья.